Привет, ребят, телефон Samsung A50. Хочу показать, ребята, как отключить вот этот вот значок такой батарейки, символом какой-то радиации. Ребят, это режим энергосбережения батареи включился у вас случайно, либо вы сами нажали, того не ведая. Смотрите, ребят, заходим в настройки. Здесь мы ищем, ищем обслуживание устройства. Заходим сюда. Здесь вот батарея. Нажимаем. Вот. Режим энергосбережения. Вот отключить. Опа, исчезло, видите? Вот, включаю, появляется. Отключаю, исчезает. Также можно, ребят, сюда провалиться, нажать режим энергосбережения. И здесь вот уже дополнительно подрегулировать. То есть на заблокированном дисплее, чтобы это отображалась информация. Частота работы центрального процессора, уменьшение яркости. В общем, здесь вот кое-какие настройки есть этого режима. Вот, ребята, поэтому не паникуем, все это нормально. И этот режим иногда полезен, когда вы куда-то поехали на дальняк на какой-то, и вам нужно экономнее растянуть батарейку телефона, понимая, что зарядить вы сможете его совсем не скоро. Такой режим выручает. Ребят, кому было полезно, поставьте лайк. Смотрите другие видео на канале по настройкам. Может быть, что-то себе подберете. Вам желаю здоровья, хорошего настроения и много денег, ребятушки. Пока. Пока.